Мы приехали в Куритиба, Бразилия. Сегодня мы будем снимать эксклюзив с одним из самых больших талантов в истории ММА. Мы покажем вам немного личной жизни Маурисио Шогуна. Зацените. Привет, как ты, Пола? Как дела, Шогун? Заходите, ребята. Сегодня я покажу свой дом фанатам UFC, чтобы они смогли больше обо мне узнать. За дело. Проходите, ребята. Это моя жена Хината. Привет, Пола, как дела? Прекрасная жена Маурисио Шогуна. Очень приятно, ребята, что вы устраиваете для нас этот эксклюзивный тур. Нет проблем, давайте осмотримся. Это главная комната в доме, да, Шогун? Это главная гостиная. Я провожу здесь немного времени. Моя жена встречается здесь со своими друзьями. Она декорирует весь дом и все такое. Ничего из этих вещей ты не выбирал? Ничего, я только оплатил счет в магазине. Но все выбирала она. То есть ты только платишь? Да, я только плачу. Это главная столовая. Здесь мы ежедневно едим. Мне очень нравится это место. Думаю, что здесь должна собираться вся семья. Это классное место, где мы вместе проводим много времени. Я провожу много времени в этом кинозале. Здесь я смотрю много боев. Это еще одно место, которое мне очень нравится. Вон там в углу есть еще один столик, где я и Хината едим, когда мы одни. Это наш камин. Здесь на Куритибе бывает очень холодно. Мы всегда зажигаем огонь и создаем романтичную атмосферу. Я пью виноградовый сок, а моя жена пьет вино. Это очень романтично. Это комната моей дочери, Марии Эдуарды. У Дудиньи большая кровать. Моя дочь похожа на меня и по ночам много передвигается. Поэтому моя жена купила ей большую кровать, чтобы она не упала. А еще моя жена всегда с ней спит, особенно в финальные дни перед боем. Она приносит ей бутылочку и остается с ней, чтобы я мог выспаться. Поэтому в комнате моей маленькой принцессы большая кровать. Это шкаф в нашей спальне. 80% здесь Хинаты, 20% мои. Наверху теплые куртки, которые я беру при поездках в Штаты или Канаду, когда там снег. Дальше куртки, которые я ношу в Куритибе, когда здесь холодает. Здесь лежат мои шорты и джинсы. А здесь наверху мои футболки. С тех пор, как родилась наша дочь, мне нравится одевать ее во все розовое. Поэтому я тоже ношу розовое. И пытаюсь заставить мужа одеваться подобающе. Для фото. Поэтому я купила ему эту розовую рубашку, но он надел ее только раз. На день рождения нашей дочери. Мне нравятся мужские розовые рубашки. Я думаю, что это выглядит красиво. Сейчас мы на кухне, которая в большинстве случаев является любимым местом бойцов. Мое любимое место — это сидеть за столом и есть. Здесь моя жена и Али готовят для меня еду. На кухне управляют они. Давайте осмотрим второй этаж моего дома. Здесь я больше всего провожу времени. Здесь я смотрю бои с друзьями, ужинаю и зависаю. Давайте посмотрим. Это второй этаж. Здесь у нас игровая зона Дудиньи. Мы сделали ей эту комнату, чтобы она могла играть с друзьями и кузинами. И вот она играет в призрака. Кто там? Как дела? У меня все хорошо. Это еще один кинозал. Здесь мы сидим, слушаем музыку и смотрим видео. Здесь мы с моей командой смотрим бои оппонентов. Я люблю зависать здесь с друзьями. Это классное место, и оно мне очень нравится. Здесь я ем со своими друзьями. Это место для развлечения. Здесь мы можем сорить, и Хината не будет ругаться. Внизу все намного сложнее.
Здесь я расслабляюсь, мы играем в карты и встречаемся с моей командой. Все вот за этим столом. Мой настоящий кабинет — это зал. Но эту комнату с наградами я называю своим кабинетом. Заходите. Вот здесь у меня реплика октагона UFC. И много фигурок. Мои пояса, которые я храню как зеницу ока. Шикарно. Мы не могли не показать твою машину, правильно, Шогун? Разумеется, это моя машина, Land Rover Discovery 4. Я всегда хотел эту машину, и ей я обязан Баям. Баям я заработал на дом и все остальное, поэтому я очень признателен спорту. Все, хватит, Кола, ты просто невероятна. Ребята, ему повезло, что он боец. Я шучу, ты хорошо пел. Ты был просто превосходен. Может, споешь еще одну? Нет, все, хватит. Лучше дерись и дальше. Да, буду драться дальше. Можете поблагодарить меня за это видео, подписавшись на канал. Кликните здесь. Всем добра.